Хорошо, сидим. Привет, друзья. Вы на канале «Русская дымка». Как там говорилось? Зима не даром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Поэтому февраль гоним зиму со двора вместе. Для этого у нас куча разных специальных и полезных акций и скидок, которые помогут зиму прогнать, а заодно достойно отметить все февральские праздники и приготовить подарки своим близким и себе любимым. Итак, мы продолжаем историю с подарками. Мы дарим самый точный Орион SP1, который измеряет в диапазоне от 90 до 100 при покупке любого аппарата колонного типа. Это может быть колонна, это может быть аппарат целиком. За 1 рубль вы получаете прибор для измерения спирта в самом интересном диапазоне 90-100 градусов. К 23 февраля у нас огромный пучок скидок до 23%. Среди них наборы трав и специй для приготовления настоек, дубовые палочки, бурбонные, хересные, шерри бренди, красное вино, пивные дрожжи «Мангрув Джек» в ассортименте. Спиртовые дрожжи для самогона «Брагман Индастриал», «Алкотек», «Мегапак». Это большие 200-литровые пачки. Очень удобно в работе, рекомендую. Наборы специй для колбас на любой вкус. СПМ-ка медная и нержавеющая. Зерновые наборы «Бирвингем». Для того, чтобы сварить пиво, не задумываясь о заготовке всех ингредиентов по отдельности. Солодовые экстракты «Алков» – это чтобы вообще ничего не затирать, а просто приготовить из экстракта виски или пиво. Наборы для дистилляции «Премиум», «Премиум ром», «Премиум виски» и так далее, и так далее. Все, чтобы сделать с нуля, из коробочки, премиальный напиток, не задумываясь о поисках ингредиентов и сложном процессе затирания. Подарочные наборы настоек, специй, диоптры на любой калибр, 1,5-2,3 дюйма, шприцы для навивки колбас на 3-4 килограмма. Все эти товары ищите, они будут со скидками до 23% в русской дымке. Не пропустите. Ну и, конечно, у нас 3 товара месяца. Это 7 видов щепы для копчения. Абрикосовая, вишневая, грушевая, дубовая, ольховая, сливовая, яблоневая. Со скидкой 20%. Тростниковая меласа. Обратите особое внимание. И большая, и маленькая упаковка. И 7,4 килограмма со скидкой 10%. Ром сделать среди зимы и попасть в тропики. Просто сказка. Ну и медная насадка Панченкова, то, что отлично работает при производстве ароматных дистиллятов со скидкой 15%. Медь, она всегда ценится. Не пропускайте. Силиконовые прокладки, то, что теряется, то, что рвется, то, чего всегда не хватает. При покупке Vein 6 Pro мы дарим комплект запасных прокладок. И при покупке автоклава Vein на 23 литра мы также дарим набор уплотнений в подарок. Поэтому не забудьте спросить об этом, когда приобретаете Vein 6 Pro или автоклав Vein на 23 литра. Специально для рукастых мужиков делаем скидки на тены. Тены для куба с отверстием 2 дюйма, там, который всей электрикой вы можете оснастить сами, на 3 и на 3,5 киловатта продаем в феврале со скидками. Есть чем заняться долгими зимними вечерами и оборудовать своими руками правильную, нужную только вам, именно вам, систему нагрева вашего самовольного аппарата. Узлы отбора по пару на 1,5-2 дюйма, царги диоптры на 1,5-2 дюйма, все то, что позволит вам глубже погрузиться в процесс ректификации и открыть для себя новые горизонты и новое понимание. Ну и новое качество продукта, конечно. Все-таки отбор по пару – самый правильный, стабильный, чистый отбор, как я думаю. Естественно, самогонный аппарат «Родник 3 Pro» со скидкой 1000 рублей в феврале. Вы просили, мы сделали. Не пропустите момент. Пользуйтесь. Ну а для коптильщиков, напоминаю,
что копчение особо выгодно, когда вы приобретаете не отдельную коптильню, а комплект оборудования для копчения. Например, коптильный шкаф и дымогенератор Hanke 2 обойдутся вместе дешевле на 690 рублей. Деревянный коптильный шкаф с таким же дымогенератором обойдется вместе дешевле на 420 рублей. Коптильня Hanke 4, которая может использоваться для горячего, а при подключении дымогенератора и для холодного копчения вместе с дымогенератором обойдется дешевле на 500 рублей. Мангал не имеет смысла без шампуров, а с шампурами он дешевле на 200 рублей в комплекте. Ну и коптильня для дачи, которую очень удобно ставить на мангал, в комплекте с мангалом обойдется дешевле на 490 рублей, что, по-моему, очень вкусно на исходе зимы. Поэтому пересматриваем еще раз ролик, заглядываем в описание, смотрим там скидки и условия и бегом в русскую дымку, пока эта зимняя щедрая пора не закончилась. Делаем подарки себе, любимым и своим близким. И цените натурально. Хорошо, сидим.